Всем привет! До Нового года осталось 9 дней. Я решила поздравить вас с наступающим. И в честь Нового года я решила устроить новогодний мега-конкурс, в котором будет аж 20 победителей. Суть этого конкурса в том, что вам нужно сделать самый смешной стоп-кадр из моего любого видео на моем канале в YouTube. Этот стоп-кадр вы выкладываете на свою страничку в ВК. Не на мою страничку, а на свою страничку. Это очень важное условие. Под этим стоп-кадром вы должны написать очень смешное название. Вы должны его сами придумать. А также написать «Я участвую в конкурсе» и поставить хэштег #StopPolinaTwin. Это все обязательные условия. Все это делается очень просто. Я вам сейчас покажу, как. Я зашла на мой канал на YouTube, выбрала видео «Ожидания против реальности». Сейчас я сделаю принт-скрин. У меня на Асусе это делается вот так. Чпок, готово. Если вы не умеете делать принт-скрин, то вы можете сделать фото. Например, сфотографировать на телевизоре. Но фото должно быть очень качественное. Так. Оп. Проверяем. Вот. У меня получилось все. Потом вы заходите на свою страничку ВКонтакте. Я уже зашла на свою. Так, добавляем фото, вот это, прикрепляем. У меня фото будет называться «Кто на свете всех милее?». Потом вы должны написать «Я участвую в конкурсе». А потом пишите хэштег #StopPolinaTwin. Никаких других подписей здесь не должно быть. Иначе фотография просто не примется на конкурс. Если вы выполнили все условия правильно, то я в течение дня поставлю вам лайк на фотографии. Но если в течение дня нет лайка, значит вы не выполнили какое-то условие. Еще раз пересмотрите это видео или посмотрите условия конкурса на моей страничке ВКонтакте. Стоп-кадры принимаются до конца этого года и до 7 января следующего года. Самое строгое жюри – это я, мама и папа. Будем выбирать лучших из лучших. Победители с самыми смешными стоп-кадрами и самыми смешными названиями получат от меня разные подарки. Победители с 16 по 20 место получат от меня 10 лайков на фото. С 11 по 15 место получат от меня сигнал в личное сообщение и 10 лайков на фото. С 4 по 10 место от меня получат почтой мой автограф, сигнал и наклеечки для личного дневника. И у нас осталась тройка самых первых победителей. Третье место. От меня получат сладости. Очень люблю их. Второе место будет шкатулочка своими руками, которую я сама лично сделала с этими ручками в следующем видео. И самое главное, первое место. От меня получит победитель фирменную футболку с надписью «Полина Твин». Все призы я отправлю до 14 января. И, кстати, ограничения на принтскринов просто нету. Вы можете выложить сколько угодно фотографий, хоть 100. Но обязательно должны быть выполнены все условия конкурса. Еще раз вас всех с наступающим. Желаю вам всем удачи. Всем пока-пока.